Хорошо иметь в запасе три варианта. Юлия Пересильд заговорила об интимном. Актриса призналась в Инстаграм, что поклонники ее часто спрашивают о поступлении в театральный институт. Вопрос непростой. Ибо то, что подходит одному, категорически не подходит другому, говорит актриса. С чего начать? С выбора материала, басня, проза, стихотворение. Хорошо бы иметь в запасе три варианта каждого. По внешнему виду, важно, чтобы была видна фигура и ничего не отвлекало от вас. То есть не стоит удивлять приемную комиссию невероятными нарядами, девочкам не стоит краситься, как в последний раз. Пересильд припомнила, что в первый раз пришла на экзамен в платье в цветочек и читала «Холодную осень» Бунина. 16-летняя Юля тогда даже обиделась на приемную комиссию. «Я не понимала, почему все смеются, когда эта толстая деревенская девочка с косой ниже попы читает. И вот прошло с тех пор целых 30 лет», — поделилась актриса. «Ошибок было много. Очень рекомендую, тем более, что интернет сейчас позволяет это сделать. А раньше приходилось в библиотеке листать книгу 200 лучших вузов Москвы, посмотреть, какие театральные школы есть, кто из мастеров набирает в этом году, и в идеале изучить, кто эти люди, что ставят, какой театр любят». Заметим, Юлия Пересильд окончила РАТИ ГИТИС. В свои 37 она имеет в фильмографии более 60 ярких ролей.